Вот самая такая секция, которая мне очень-очень нравится. Фрукты. Тут манго. Это перуянская манго, такой красивый. Очень красивый на вид. Это называется сурсоп. Сурсоп. Это самый вонючий фрукт в мире, считается дурьян. Я даже не пробовал. На вкус говорят, что очень вкусный, интересный. Но запах у него даже отсюда сейчас пахнет полным дерьмом. Самый вонючий фрукт в мире считается дурьян. Вот так. Тут калифорнийские сливы. Так, что у нас еще есть? Это молодые кокосы. Это Golden Melon называется. Один из моих самых любимых фруктов – это вот этот золотой фрукт – Golden Bear. Я их просто обожаю. Они очень вкусные. Это Blueberry. Очень полезный фрукт. Это драконовый фрукт, так и называется. Dragon fruit. Тоже бывает разных сортов. Вот это более такой пестрый цвет. Немножко другой сорт. Ну и практически тут можно купить разные сорта винограда. Винограды в Канаде вот продают всегда вот в таких красивых упаковках. Очень удобно покупать. Они уже готовые. Ну, есть винограды разных сортов. Кому что нравится.